Тысячи прошли войну, оставшись в живых. Тысячи совершали героические поступки и в послевоенное время. Память о подвигах и героических людях должна жить. Без памяти о прошлом нет будущего. Но далеко не все тайны прошлого открыты новому поколению. Многое неизвестно, многое, возможно, потеряно навсегда. Поисковые движения ведут активную работу по установлению исторических фактов. Есть что искать и на севере Сахалина. В Ахи общественники, изучая участок, где захоронены военные, погибшие при исполнении воинского долга, увидели могилы, которые выделялись на фоне остальных. На оградке вокруг могил самолеты и пятиконечные звезды. Памятники в виде бюстов летчиков в летных шлемах. На основаниях фамилий и даты. Летчик-истребитель капитан Леонид Евсиков. Летчик-истребитель капитан Борис Плужников. Погибли при исполнении служебных обязанностей. Ахинцы заинтересовались, и это стало началом больших открытий северной столицы Сахалина. С середины 40-х годов прошлого века здесь дислоцировался 583-й истребительный авиационный ордена Красной Звезды полк. Аэродром находился в 7 километрах от города, а ахинцы называли его «Новостройка». На вооружении полка стояли поршневые самолеты Як-9, позже реактивные МиГ-15, МиГ-15УТ, МиГ-17. Полк входил в 296-ю истребительную авиационную Хинганскую дивизию. В январе 1949-го она сменила номер на 146, а в январе 1957 года дивизия стала называться 146-я истребительная авиационная Хинганская дивизия ПВО. С 1956 по 1958 года дивизией командовал летчик ас, дважды Герой Советского Союза Григорий Андреевич Речкалов. Здесь базировались два полка. Один полк с 42 по 46, это полк майора Петрова, он улетел. А на его место прилетел второй полк, тоже авиационный истребительный полк, под командованием майора Бручникова. Вот. А причина, почему здесь в Аху именно авиационные полки из истребительной авиации. Когда в 40-м году горком ВКПБ начал рассматривать вопросы с военной стороны, надежно ли защищена Аха и нефтяная инфраструктура от возможного нападения врагов. Потому что все были, особенно партийные организации, они были в курсе, что война с Японией могла начаться еще в 1939 году. Почему? Потому что в результате репрессий пострадали многие с японской концепции, японские специалисты. И японцы в 1939 году с Карапута, к берегам Северного Сахалина, двинули эскадру. То есть мир стоял на грани, вернее, СССР стоял на грани войны с Японией. Но почему-то, не доходя до Александровска, до границы, вернее, эскадра это развернулась и ушла назад на Карапут. Поэтому рассматривается вопрос защищенности, насколько защищена. И вот они пришли к выводу, что Аха не защищена ни с воздуха, ни с суши. Ее можно обстрелять с разных сторон. Поэтому необходимо принять меры по защите самого города и нефтяной инфраструктуры от возможного нападения врага. А так как не было взлетно-посадочной полосы, то в 1942 году горком КПВ принимает решение строить взлетно-посадочную полосу, это грунтовую, в районе озера Пионерское. Весь город принимал участие в строительстве этой. И в октябре-ноябре 1942 года на вновь построенный аэродром и взлетно-посадочную полосу приземляется авиационный полк истребительной авиации под командованием майора Петрова. Вот этот полк простоял и нес службу по охране воздушного пространства Ахинского района и антипровода до 1946 года. А в 1946 году этот полк улетал, а на смену ему прилетел полк Обручникова, майора Обручникова.
Как следует из исторической справки, 583-й полк, о котором сегодня идет речь, внес значительный вклад в боевую историю страны. За образцовое выполнение заданий в боях против японских войск на Дальнем Востоке и проявленные при этом доблесть и мужество, указом Президиума Верховного Совета 583-й истребительный авиационный полк награжден орденом Красной Звезды. Весь послевоенный период полк постоянно дислоцировался на Дальнем Востоке. С октября 45 по 1 июля 1946 года на аэродроме Тамбовка Амурской области, а с июля 1946 года по 60-й на аэродроме Новостройка в Ахе. Сейчас вот, проходя мимо мэрии, проходя мимо торгового центра «Нефтяник», мимо молодежного центра, никто не скажет, что это в районе молодежного центра располагался штаб батальона аэродромного обслуживания, располагалась столовая, в первом магазине была казарма аэродромного обслуживания, да прачечная там же была в этом же месте. Вот. А штаб авиационного полка, он находился, вот здесь сейчас торговый центр «Нефтяник», там стояло двухэтажное здание. И на первом этаже располагался лазарет, а на втором этаже штаб авиационного полка. А где магазин, вернее, гостиница «Империал», там была там была столовая для офицерского состава полка. В 1952 году в полк поступили истребители МиГ-15, а в 1955 – МиГ-17. И летчики успешно освоили полеты на новой технике, однако были и потери, о чем свидетельствует захоронение погибших летчиков на городском кладбище. Два из них особенно выделяются – это могилы капитанов Леонида Евсикова и Бориса Плужникова. Именно с них стал разматываться клубок исторических данных, имеющих значение для истории Ахи. За время нахождения полка в Ахинском районе произошло 6 авиакатастроф, погибло 7 летчиков. Общественники изучали интернет в поисках информации, но кроме наградных листов Бориса Кузьмича Плужникова и данных из книги памяти Сахалинской области о том, что Леонид Лукьянович Евсиков погиб в 1942 году, ничего не было. В это время параллельно на Сахалине, значит, образовалось региональное отделение Всероссийской общественной организации поискового движения России. Параллельно, примерно в те же годы, да, там 13 или 14 год мы начали, которые в рамках своего проекта, то есть они придумали проект «Вечный полет», который посвящался летчикам, погибших при исполнении служебных обязанностей на Сахалине и Курилах. То есть они там свой проект ведут, а мы здесь параллельно, получается, летчиками занялись. Друг друга мы не знали, не общались, не пересекались. Пересеклись где-то через года два, наверное, когда уже в этой соцсети, значит, достаточно было информации, воспоминаний, уже пошли какие-то там фотографии, истории. Ну вот познакомились с ребятами, оказывается, параллельно. Они знают про наших летчиков, но тогда было известно именно вот только о двоих. И они также собирают эту информацию, начали делиться. Они нам, что они знают, мы то, что мы знаем, объединились, начали совместные поиски. Проект «Вечный полет» реализуется на территории Сахалинской области 2017 года, направлен на увековечение памяти погибших военных летчиков. Свою работу мы ведем по всей территории Сахалинской области, от севера до юга острова Сахалин, северные Курильские острова, остров Барамушир, остров Шумшу, где с 40-х по 80-е годы гибли военные летчики. В рамках проекта мы выезжаем на места катастроф военных самолетов, которые устанавливали по архивным данным благодаря местным жителям, историческим справкам, работаем на месте, устанавливаем тип самолета, марку, модель. Затем в архивах устанавливаем имена экипажа и их судьбу. И впоследствии всю информацию, накопленную, мы включаем в книгу памяти, посвященную погибшим летчикам, которая так и называется «Вечный полет». На места гибели военных самолетов ставим памятные таблички. Практически в каждом районе у нас происходили в этот период катастрофы, к сожалению. Гибли летчики в воде, на земле, в небе, при столкновении. И вот мы открываем эти страницы истории для того, чтобы они стали известны общественности.
Не остались в стороне и жители Ахи. Они размещали в социальных сетях воспоминания, догадки, предположения, помогали в организации встреч со старожилами города. К могилам этих летчиков ахинцы относились с особым уважением. По воспоминаниям, летчики в момент катастрофы уводили до последнего свои самолеты за черту города, тем самым избегая возможных жертв среди жителей. Поисковая работа шла во всех направлениях. Через 2 года был получен ответ из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Из архивной справки. 18 января 1951 года на аэродроме Аха потерпел катастрофу самолет Як-9, пилотируемый командиром звена 1-й авиаэскадрильи 583-го истребительного авиационного полка капитаном Евсиковым. Капитан Евсиков выполнял задание по буксировке конуса на высоте 1500 метров. Роспуск конуса производил над аэродромом по команде руководителя полетов командира полка подполковника Логинова. После нормального выпуска конуса по наблюдению с земли самолет перевернулся влево вверх колесами с последующим переходом в правый штопор. По команде руководителя полетов сбросить конус, выводить самолет из штопора, летчик ответил: сбросил. Но конус от самолета отделился только на высоте 500-600 метров. После чего самолет вышел из штопора и перешел в левую глубокую спираль. Выйдя из спирали напрямую на высоте 50 метров, самолет перешел в пикирование и с углом 70 градусов ударился о землю. Самолет и летчик сгорели. В районе падения самолета на оставшейся правой части руля высоты и руле поворота обнаружены вмятины от фала конуса. В архивной справке есть уже как бы переговоры, ну радиопереговоры, что масло бьет, буду пытаться увести. То есть самолет уже горел. Масло, ну, бьет, масло, самолет горит, но он его тащит на полосу. И он над полосой уже упал, уже сгоревший летчик был. То есть от него ничего не осталось. Но он уводил из города. В ходе поисковых мероприятий удалось выяснить, что Леонид Евсиков был яркой личностью с богатым боевым прошлым. Летчик-истребитель капитан Леонид Лукьянович Евсиков родился 8 апреля 1919 года в Кемеровской области, деревня Новоорловка. Окончил школу в 1935 году. В 1940 году призван в Красную армию. Поступил в Омскую военную авиационную школу пилотов. В 1943 году прошел 3-месячные курсы летчиков-инструкторов военно-воздушных сил Красной армии. В 1945 году слушатель Бирмской военной авиационной школы пилотов. Затем служил в 20-м запасном авиационном полку Сибирского военного округа, 49-м отдельно учебно-тренировочном авиационном полку. В июле 1946 года прибыл на Сахалин в составе 583-го истребительного авиационного полка. Награжден медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. За боевые заслуги 30 лет Советской армии и флота. Жена Елена Ивановна. Не менее яркой и героической оказалась личность второго летчика, захороненного рядом с Евсиковым. Это участник Великой Отечественной войны, воевавший на Первом Белорусском фронте, Первом, Втором, Третьем Прибалтийских и Ленинградском фронте. С этим багажом он и прибыл на север Сахалина. Из архивной справки стало известно, что 25 сентября 1951 года при выполнении полетного задания произошла катастрофа самолета Як-9, пилотируемого командиром звена 2-й авиаэскадрильи 583-го истребительного авиационного полка капитаном Плужниковым. Капитан Плужников вылетел повторно с заданием на буксировку конуса в зоне. В зоне по конусу стреляли 2 летчика – командир 1-й авиаэскадрильи майор Федоров и заместитель командира старший лейтенант Ташков. После окончания стрельб на 28-й минуте полета капитан Плужников передал: «Конус сбросил, бьет масло, обеспечьте посадку». При появлении самолета у аэродрома летчик сообщил, что посадку будет производить нормально. При заходе на посадку на 3-м развороте на высоте 150-200 метров самолет загорелся и со скольжением пошел к земле под углом 40 градусов. Самолет, задев за линию электропроводов и левой консолью за здание, упал и сгорел. Летчик погиб. Капитан Плужников выполнял задание на незакрепленном за ним самолете, взятом в другой авиаэскадрилье. Накануне дня полета при осмотре самолета были обнаружены дефекты, которые устранялись с нарушениями. Курс посадочный он проходил перед окнами нашего дома. Все самолеты там проходили. И гражданские, и военные самолеты.
С какой стороны заходил вот этот Як-9, тут трудно судить, но так как он кончиком крыла зацепил крышу школы, то можно предположить, что он шел как раз вот этим накатанным путем, как бы и упал на территорию техникума. Это от школы, я так прикинул, ну, метров 100, наверное, не больше. Школа стояла параллельно Комсомольской, ага, вот так вот да. Стояла. Техникум тоже, естественно, параллельно. Самолет шел вот примерно вот под этим углом, и он зацепил край школы и упал как раз во двор техникума, получилось вот каким образом. Ну, то есть на пустое место, да, летчик? Да, да, там, так, чтобы никто не там спортплощадка была, стадион был. Ну, грунтовый такой, примитивненький. Здесь вдоль забора там, опять же, были гимнастические, спортивные снаряды, ну, такие фундаментальные, типа бревно, канат, шест, полоса препятствий. Здесь же вот стадиончик, и вот он прямо на территорию стадиона и упал. Взрыв какой-то, наверное, был, да? Был. Сестра сидела, делала уроки, и я стояла, я еще был 5 лет, стояла, облокотившись на стол. И вот в этот момент толчок такой был мощный, что у нее с ручки чернила слетели, она посадила большую кляксу, она подумала, что это я толкнул стол. Вот. А оказалось, что, ну, так как приличное землетрясение, тем паче фибролитовый двухэтажный дом, ну, тряхануло хорошо. И соседка с улицы закричала, что самолет упал. Ну, естественно, я тут же быстренько побежал туда. Ну и что? Пламя, дым, искореженный винт, пропеллер. Тут же подъехали пожарники, милиция, оцепление. Потом начали взрываться, боекомплект начал взрываться. Ну, по всей вероятности, что-то мелкое, там 23-миллиметровые, наверное, от авиационной пушки боеприпасы. Потому что взрывы незначительные такие были. Ну, а потом, это уже по разговорам, что от летчика нашли якобы одну крагу с рукой, и все, больше ничего. В школе в этот момент никого не было? Ну да? Почему? Вы шли занятия, все, да, это же днем было, я не знаю, ну, часиков 9-10 где-то, наверное, вот так. Капитан Плужников ценой своей жизни спас дома и жителей Ахи, направив горящий самолет на единственный незастроенный пятачок земли – пустырь возле школы номер 1, только лишь слегка консолью крыла задев здание. На этом месте сейчас стоит памятник жертвам Нефтегорского землетрясения. Если бы Плужников на 1 метр или там на 2 градуса бы, допустим, зашел раньше, а школа была деревянная, и, как говорят, там в это время около 300 детей было. Да? И вот если бы хотя бы на 1 метр, он же зацепил край школы, он ниже упал, у нас бы стоял бы другой памятник жертвам, да, там, ну, детям, да, ученикам, учителям. А он же не позволил этого. И сама структура вот этого падения на сегодня, она подтверждает, что самолет не случайно упал. То есть он пытался его увести до последнего. Летчик-истребитель капитан Борис Кузьмич Плужников родился 4 августа 1923 года в Пензе. В 1940 году окончил школу в городе Одессе. 25 декабря 1940 года поступил в Конотопскую военную авиационную школу пилотов имени Осипенко. С 17 мая 1941 года курсант Одесской военной авиационной школы пилотов. После окончания летного училища проходил службу в 20-м запасном авиационном полку Сибирского военного округа, 483-м истребительном авиационном полку 336-й истребительной авиационной дивизии. 23 сентября 1948 года переведен на Сахалин в 583-й истребительный авиационный полк. Участник Великой Отечественной войны, награжден 2 орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 степеней, медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 30 лет Советской армии.
армии и флота. Жена Ирина Сидоровна, дочь Любовь. Участник Великой Отечественной войны с марта 1944 года. Отличный летчик-истребитель. Произвел 45 успешных боевых вылетов, в том числе на прикрытие наземных войск 8 боевых вылетов. На сопровождение штурмовиков 25 боевых вылетов. На разведку и свободную охоту 12 боевых вылетов. Произвел 9 воздушных боев, в результате которых лично сбил 2 самолета противника. Еще одна катастрофа произошла в 1955 году из документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. 24 января 1955 года в 583-м истребительном авиационном полку произошло столкновение двух самолетов УТИ МиГ-15 и МиГ-15БИС на взлетно-посадочной полосе аэродрома «Новостройка». При столкновении погиб командир звена Павел Федорович Чупятов, 2 самолета разбиты. Выполнив посадку на самолете УТИ МиГ-15, полковник Вихляев и капитан Чупятов начали руление по взлетно-посадочной полосе. В это время на посадку заходил самолет МиГ-15 капитана Шалимова. Полковник Вихляев, несмотря на приказание по радио помощника руководителя полетов прекратить руление, не остановил самолет из-за отсутствия связи. Увидев впереди себя самолет капитана Шалимова, полковник Вихляев решил увеличить скорость руления и перескочить на другую сторону взлетно-посадочной полосы. В результате произошло столкновение двух самолетов. Летчик-капитан Павел Федорович Чупятов родился 5 июля 1921 года в деревне Скамейниково Ржевского района Калининской области. В 1941 году окончил Батайскую военную авиационную школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Западном и Северном фронтах с 30 мая 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 28 июня 1944 года Павел Федорович на самолете Як-7Б сбил Юнкерс-88 в районе Смоленска. Жена Евдокия Ивановна, сын Петр. Товарищ Чупятов участвовал 2 раза в отражении массированного налета авиации противника ночью на железнодорожный узел и город Смоленск 26 июня 1944 и 28 июня 1944 года. 28 июня 1944 года, вылетев с аэродрома Шаталова, находящимся в 70 километров от города Смоленска в районе станции Катынь, ориентируясь по сбрасываемым самолетом противника осветительным бомбам, сблизился с ним и после 2 атак с малых дистанций сбил самолет противника «Юнкерс-88». В 1956 году очередное крушение. К сожалению, ни самолет, ни летчик не найдены. Из архивной справки. 7 июля 1956 года при производстве дневных полетов с аэродрома Аха не вернулся на свой аэродром капитан Иван Михайлович Олещенко. Самолет и летчик не найдены. Согласно проводке радиолокатора, можно считать, что самолет приводнился недалеко от берега по курсу посадки и затонул. Вероятными причинами могут быть отказ авиадвигателя, временная потеря или резкое ослабление зрения летчика. Архивные справки почему-то вот именно этих летчиков, ответ так звучит, что документов, касающихся разбора полета и схем, вот они отсутствуют в этих делах. Есть просто общее указание, допустим, как в случае там Олещенко, да, упал там. То есть мы определяли уже по координатам, то есть там в 4 километрах от ДПРС при заходе на посадку, в 400 метрах от береговой линии упал самолет, да. Но там у нас есть очевидцы, да, то есть нашелся очевидец, который, о котором также в этих архивных справках указано, только без фамилии, что 2 местных жителей видели, как упал этот самолет. И потом вот один из них пришел сам к нам. Говорит, это вот я вот один и был из них. Так сложилось, что очевидцем крушения самолета Олещенко стал Борис Яковлевич Малый. Тот самый, который был одним из первых на месте авиакатастрофы в районе первой школы. В районе, сейчас он как поселок, не вторая площадь, а железнодорожный, восточный третий, наверное, так. Это недалеко от бывшей второй площади. Там, где-то в конце 40-х, выбросило японский корабль.
И он стоял прямо на кромке границы, вода, берег. Ну и туда, в принципе, вся пацанва бегала посмотреть, потому что корабль, в принципе, целый, огромный корабль, просто его разломило пополам. И по этой трещине забирались наверх, ну, интересно там полазить. Борт со стороны моря был уже полностью разрушен. В трюм заглядываешь, и там внизу вода гуляет, волны. Была напряженка с маслом, со сливочным в городе. И вот мы с другом, ну, наверное, матери нас послали, я сейчас уже не помню. По железной дороге приехали на вторую площадь, а земля слухами пользуется, что там масло будет. Придет вагон-лавка и будут продавать сливочное масло. Мы приехали, узнали, что это вагон-лавка подойдет часа через 4, через 5, где-то, в общем, долгое время. Нам его нужно было где-то убить. Мы пошли на японский корабль. Вот соображения не было совершенно. И сейчас куда-то пойдешь, ага, о, медведи там туда-сюда. Два пацана пошли, нашли какой-то плот на озере. На этом плоту переплыли озеро, встретили каких-то солдат. Они нам еще что-то там... В общем, гнали нас домой. Ну, куда там? Пришли к этому кораблю. Туман сумасшедший. Залезли на него, ползали. А, слышим, самолет проскочил. Тогда уже МиГ-15, МиГ-17 были. Звук приближается. И потом вот этот вот небольшой разрыв между туманом и водой, что-то блестящее выскочило, тут же удар, взрыв, и это произошло от корабля не настолько далеко, потому что даже брызги на нас долетели. Ой, перепугались, думаем, да, у авиаторов учения идут, вот этот японский корабль, это ихняя мишень, они сейчас бомбы будут бросать, надо отсюда. Ну и мы быстренько-быстренько собрались и удрали. Удрали, пришли опять в поселок, дождались эту вагон-лавку, купили масло, приехали домой. А в нашем доме жили летчики. Тогда они уже на новостройке базировались. Ну и в разговоре мы что-то, вот там бомбежка, мы попали, ну пацаны. А этот Слава Инфантов летчик был, он услышал этот разговор, ну пацаны, идите сюда, давайте-ка поподробнее все. Мы рассказали. На следующий день, начало июня где-то было, пришла машина ГАЗ-63, нас загрузили туда, повезли на новостройку туда, в часть, в штаб. Генерал-майор прилетел с Хабаровска, карту нам подсунул, давайте, пацаны, показывайте, где что. Ну, я ориентировался быстро, я ему показал. Нас в столовую. Покормили с генералом задним столом. Столы накрыты белыми этими скатертями. Яйца вареные. Мы обалдели, что, ну, непривычно было. А после обеда опять на ГАЗ-63, куча солдат. И поехали туда. Поехали. Залезли опять наверх. Часть солдат пошла вдоль берега. Ну, нашли они там какие-то предметы от самолета там, ну, незначительное что-то, очень мало. Потом через некоторое время приходил тральщик, ходил, но нашел там что-то 2 или 3 снаряда. Это вот так вот я по разговорам что помню. И все, и на этом все закончилось. В 1959 году снова катастрофа. Из документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации стало известно, что 4 июня 1959 года в 15:14 при выполнении полета на самолете МиГ-15 БИС разбился командир полка Андрей Ильич Паршин. Авария произошла в 34 километрах севернее аэродрома «Новостройка». Предположительная причина катастрофы – потеря сознания летчикам.
Летчик-истребитель майор Андрей Ильич Паршин. Родился 28 сентября 1922 года в селе Обалдуевка Каменского района Пензенской области. В 1939 году окончил Серпуховскую военную авиационную техническую школу. В 1944 – Красногвардейскую военную авиационную школу пилотов. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на Северо-Западном фронте с 5 октября 1941 по 22 мая 1942 года. В составе 21-й отдельной тяжелой бомбардировочной авиаэскадрильи. Прошел путь от младшего воентехника до командира истребительного полка. Через 4 дня после гибели присвоено очередное звание подполковника. Жена Нина Игнатьевна, сыновья Валентин и Сергей. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 30 лет Советской армии и флота. В ходе поисковых мероприятий и изучения мест захоронений ахинцы нашли еще несколько могил летчиков – майора, командира эскадрильи Семена Степановича Васильева и старшего лейтенанта Олега Владимировича Малишевского. Вот что изложено в документах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. 17 марта 1958 года в 23:50 в 583-м истребительном авиационном полку, выполняя упражнение номер 82 в ночном полете, потерпел катастрофу самолет УТИ МиГ-15 БИС, пилотируемый командиром авиаэскадрильи майором Семеном Степановичем Васильевым со старшим лейтенантом Олегом Владимировичем Малишевским, предположительно по причине отказа техники в полете. Командир эскадрильи майор Семен Степанович Васильев родился 12 июля 1918 года в селе Михайловка Мариинского района Алтайского края. В 1936 году окончил автодорожный техникум. В 1941-м – Бирмскую военную авиационную школу пилотов, направлен в 54-ю авиационную школу пилотов. В 1943-м – Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов с присвоением звания младшего лейтенанта. В 1945 году окончил высшую офицерскую школу воздушного боя. Участник Великой Отечественной войны с 15 сентября 1941 по 28 марта 1945. Прошел путь от командира звена до командира эскадрильи. Награжден орденом Красного Знамени и медалью за освобождение Варшавы. Жена Зинаида Ивановна, дочь Светлана, сын Юрий. Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 года на Ленинградском и Первом Белорусском фронтах. За это время произвел 39 боевых вылетов, лично сбил 3 самолета противника. Участвовал в 8 воздушных боях с самолетами противника, где показал себя отличным летчиком-истребителем. Все боевые задания выполняет только на отлично. Своим звеном в воздушном бою командовал Образцова. Летчик-лейтенант Олег Владимирович Малишевский. Родился 6 февраля 1933 года в селе Толочино Минской области. В 1952 году окончил судостроительный техникум в городе Ленинграде. В 1955 году окончил Борисоглебское ордена Ленина Краснознаменное военное училище летчиков имени Чкалова. С 1956 года летчик 583-го истребительного авиационного полка. Через неделю после гибели присвоено звание старшего лейтенанта. Жена Нина Петровна, сын Александр. Девятого мая 1960 года 583-й ордена Красной Звезды истребительный авиационный полк в связи со значительным сокращением вооруженных сил СССР был расформирован. Более детальная и подробная информация о летчиках и героических поступках, исторические документы и фотографии размещены в книгах «Вечный полет», выпущенных по инициативе Сахалинского регионального отделения «Поисковое движение России». Исторические данные, открывшиеся факты натолкнули ахинских общественников на мысль о том, чтобы в память о летчиках и их героических поступках в северной столице Сахалина был установлен памятник или монумент. В рамках работы над проектом возникла идея в городе Ахе поставить памятник погибшим летчикам 583-го истребительного авиационного полка. Концепцию памятника мы видим следующим образом. Это собирательный образ военного летчика, полностью его фигура, в летно-военном комбинезоне, с парашютом, позади него стела, на которой будут закреплены имена 7 погибших летчиков в 50-е годы
прошлого века, которые погибли на территории Ахинского района. Некоторые из них своего, можно сказать, герои, потому что они погибли, и отводя самолеты от жилых домов. В прошлом году, опять же, после нашего репортажа, обращается к нам, ну, администрация Ахен. Ребята, мол, вот хороший репортаж, там, хорошая история, там. Не хотите ли принять участие в проекте инициативного бюджетирования, то есть установить памятник? Ну, бога ради, конечно, хотим. Мы всегда этого хотели. Причем неожиданно было предложение, мы никогда не озвучивали там вот эти, ну, ищем, то есть занимаемся. Естественно, обрадовались, начали там, то есть задаю вопрос, а что от нас надо? То есть мы всеми там руками за и там без проблем. Ну, историческая справка, документация вся за нами. Проект, набравший наибольшее количество голосов, получает финансовую поддержку из областного бюджета в размере до 3 миллионов рублей на реализацию. Голосование прошло, проект памятника летчикам победил. И началась интересная история. То есть первое рабочее совещание с архитектором города. То есть сначала выигрывается памятник, проект. Все, ставим памятник. А через месяц мы начинаем решать, а где мы его поставим. Ну хорошо, собираемся. Архитектор говорит, какой памятник? Что, ребят, мест нету. В городе нет мест. А мы же как бы не одинокие в этом плане. Нас очень много. И на юге поддерживают, и по стране люди поддерживают. Подключают архитекторов с других городов, которые заходят на сайт администрации. Открывают карту, где там отведена земля, по что и куда. И говорят, ребята, вот 250 квадратных метров ваши, вот вообще никому не принадлежат. Но мы-то не специалисты, мы не можем, да, это? Хорошо. Следующее совещание, мы уже идем готовы. То есть у нас есть место. Приходим, нам сразу в лоб. Так, короче, вот у нас уже все готово, проект принят, сметы приняты, ставим в аэропорту. Что он там делать будет в аэропорту? Почему? Ну, мол, аэропорт реконструкция, было бы хорошо поставить там памятник. Ну, объясняем, исторически это неправильно. То есть он там не должен. Да, разговора нет, что он там полк стоял, но это была военная авиация, но события, связанные с этим полком, непосредственно с этими летчиками, они произошли в Ахе, в городе. После обсуждений место утвердили. Это участок около дома торговли «Нефтяник». Стали рассматривать варианты памятника. К работе подключился художник Олег Васильевич Носарев. Сначала был предложен как вариант бюст и табличка с 7 фамилиями. Но после консультации с Министерством культуры от него отказались, так как это неверное решение. Появляется проект, значит, в Карелии, там в свое время делали памятник, вы знаете, десантникам погибшим. Но он как бы в виде, скажем так, ну, могилы, по большому счету, да. Ну, неплохой для могилы, конечно, там серьезный такой монумент. И прозвучала такая вот мысль, что давайте вот пока будем иметь вот в запасе, да, вот этот вот вариант, но пока мы его не будем озвучивать, и тем более не надо отправлять никаких фотографий там. Олег Васильевич Носарев разработал идею проекта, который понравился всем сторонам. Одобрили идею проекта и жители Ахи, которые заинтересованы, которые голосовали и которые следят за развитием ситуации. Параллельно шел поиск исполнителей нашей концепции, которая была разработана. А концепция заключалась в том, что мы должны были создать именно памятник. Памятник. Ни какой-то там ни бюст, ни какая-то там стела отдельно стоящая, ничего более кладбищенская плита, ни даже не это самое обелиск, хотя такой вариант вполне мог бы рассматриваться. А вот именно монументальный памятник, который должен был себя символизировать не просто как рассказ о подвиге какого-то отдельного там летчика, а это было как бы повествование, вот, о, там сказать, о героическом подвиге групповом, там, вот сам, летчиков, которые служили здесь, на севере. Но при рассмотрении этого проекта в администрации городского округа возникло предположение, что изготовление и установка памятника выйдут за пределы 3 миллионов рублей. Начинаем искать там, вести диалоги со скульпторами, там, с компаниями, которые занимаются вот этими, да, памятниками. Ведем диалог, значит, о стоимости, ну и прочее. Там подключилось вот поисковое движение, там,
со своей стороны. Нашли все. То есть вариант есть. В эти деньги мы ставим хороший памятник. Не бюст, не плиту, а реально композиция. То есть там фигура летчика, отлитая из бронзы, там, ну, стела на заднем фоне, которая, ну, все отлично. На нас вышли скульпторы, которые сказали, что они согласны сделать за эту сумму, с той идеей, потому что, кстати, тот проект, который я разработал, отправил им, они посмотрели и сказали, ну, честно сказать, а что мы будем с ним делать? Ну, то есть, понимаете, честно так сказать, авторская, там, все остальное. Я говорю, делать? Ну, вот, как бы хотелось, да, мы согласны. И они прислали нам еще свои варианты. Первый вариант мы сразу же зарубили, так сказать, потому что это было немножко не то и не о том. Вот. А второй вариант, практически он как бы повторил наш, и он вполне здесь пишется. Вполне. Вот. Почему? Потому что, смотрите, это монументальная вещь. Она связана с окружением, с ландшафтом города. Приходим, вот есть вариант. А мы уже отправили документы вот на эту плиту. И что? Все подтвердили, будем ставить плиту. И будем ставить 9 мая. Да в смысле? Это мы в марте вот собрались уже. Ну есть же вот вариант. Почему его не рассмотреть? Ну мы-то уже отправили все. Зачем отправляли-то? То есть вот вопрос непонятен. Быстро отчитаться. И отчитались, и уже озвучили на весь Сахалин, там перед губернатором, перед всеми. Мы поставим памятник 9 мая. Группа активистов категорически против. Их поддерживают и жители Ахи. Куда приятнее смотреть на красивый памятник, изображающий летчика, нежели на плиту. Вся загвоздка в составлении сметы, которую предложено выполнить активистам и впоследствии представить проект в Южно-Сахалинске. Но разве общественники должны составлять сметы? У нас вот инициативная группа, 3 педагога, художник, военком, ИП. Но мы не сметчики, мы не умеем. Давайте как-то подключайтесь к этому вопросу. Там, тем более все, в определенной там программе это должно было сделано. Ну, не знаем мы вот просто, не умеем. Ну, сейчас замкнутый круг, сейчас подвешено. Давайте сметы. Почему вы не можете сами составить смету? Если мы составим, оно выйдет за 3 миллиона. А почему вот компания есть, которая составляет смету, и она, ну, входит в 3 миллиона? Ну, то есть, вот непонятная история такая. Уже проведено несколько встреч, но к общему мнению так и не пришли. Что будет стоять в центре города? Памятник или плита? Уже скоро станет известно, смогли ли ахинцы отстоять свою идею или замысел увековечить летчиков-истребителей с их героическим прошлым будет превращен в мероприятие для галочки. Ну вот и все, на новом месте службы. Разбор полетов с главным, будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, отправился же к нашим, но суров. Здесь главный исключительно суров. А встретили зачет на все 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Палыч Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Неясно как, отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю. Летаю, сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни не летал. Летать без границ нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Ну как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит.
только безбожные, ведь нам уже можно. Теперь уже можно лететь, без границ нам открыты любые районы.